Всем, всем большой привет! Я сегодня с лицом и буду показывать свой заказ с интернет-магазина New Chic. Кто-то называет New Chic. Чем мне понравился заказ? Во-первых, он был разнообразный, было много сумок. Сумок будет аж 4 штуки. И две вещи. Одна блузка, другая рубашка. Блузка будет необычная. Сразу предупреждаю, она будет на любителя. Если вы не являетесь любителем, то не надо говорить, что это колхоз. Либо вам... Я не заставляю носить вас. Но в любом случае, интересные модели, разнообразие какое-то, я стараюсь на канале показывать. Рубашка будет более классическая. Она мне очень понравилась. Блузка оригинальная. И будут одни серьги. Сразу я хочу начать с самого интернет-магазина. Я показываю давно товары с этого магазина, но у них в октябре 5 лет. И в связи со своим 5-летием они делают огромную распродажу. Распродажа будет идти с 8 по 21 октября. Поэтому, девочки, там, если вы зайдете по ссылке, я внизу оставлю. Увидите много акций, купонов, которые можно успеть взять. Скидки будут огромные. Поэтому можно успеть и взять вещи достаточно выгодные. Скидки будут, по-моему, аж чуть ли не до 80%. Поэтому проходите, смотрите. Ну а теперь давайте по существу. Серьги. Серьги серебро. Я взяла, называются магнолии, цветок магнолии. У них размер 2 сантиметра на 5 и 3. В общем, на 5 сантиметров. Я их еще не открывала. Мы с вами впервые будем открывать и смотреть на ушках. Какой пакетик! Опа, получилось. Получилось открыть. Какие они интересные. Смотрите, какие. Действительно, цветок магнолии, у них под золото выполнена середина и серебряные. Сейчас мы с вами их посмотрим в ушки, как они будут смотреться. Надеюсь, я попаду сразу. О, попала. И вот так они смотрятся. По-моему, очень красиво. Не тяжелые, красивые. Это действительно серебро. 925-я проба. На сайте было написано. У меня на металл, на обычный, если совсем дешевый, начинают ушки болеть. Эти поношу, посмотрим. Очень красиво, мне нравится. Мне вот Лера прислала вот этот вот кулончик. Не так давно я еще заказывала такое колечко. Мне кажется, прямо... Очень-очень гармонирует, очень красиво. Я даже кофту специально одела, чтобы украшение смотрелось хорошо. Напишите, как вам эти серьги. Там был выбор, конечно, колоссальный, но мне хотелось именно серебро, и чтобы было удлиненное, и в то же время цветы. Либо колокольчики. И вот цветы магнолии мне понравились даже больше, потому что они более удлиненные такие. Как-то понежнее даже. Далее, ну давайте я вам сейчас покажу свою кофту, а потом вторую, которую я отдала Кате. Я немножко не рассчитала с размером. Я взяла размер L, но только когда они ко мне приехали, я померила и не могла понять, почему я в одну со свистом пролетела, а во вторую влезть не смогла. Оказывается, размер L, он не всегда соответствует нашей размерной линейки. Там были еще российские размеры, на которые я внимания не обратила. Вы, девочки, смотрите внимательно. Вот рубашка будет L, она соответствует 44-му. А так как у меня тут многовато, мне 44-й вот ни под каким предлогом. Мне даже 46-й с трудом может в рубашках именно в самый раз быть. Поэтому я беру обычно рубашки 48, чтобы между пуговиц ничего не расходилось. А вот кофту, которую я вам сейчас покажу, она тоже L-ка, она соответствует 48-му размеру. Поэтому очень прекрасно подошла рубашка. Хорошо, у меня сестренка 44-й, я вам покажу на ней, а вот эту покажу на себе. Посмотрите, какая интересная. Сейчас вообще в тренде, может, со мной кто-то не согласится, когда, вот знаете, мы раньше говорили, из-под пятницы, суббота, когда
модель двойная, то есть либо здесь две ткани, либо тут одна на другую находит. Рукав длинный синий, а вот коричневый тут снизу идет как бы второй подол. Я покажу поближе. То, что коричневое, оно в обтяжечку, а вот синяя сверху, она прям распашонкой, широкая-широкая. И вот такой красивенный принт с девочкой. Ближе эту модель, конечно, я покажу на себе. Каюсь, я ее не погладила и померила прямо как есть. Сестра, в отличие от меня, умничка, она все погладила и показала красиво. Ну, а я в мятом, к сожалению, сфотографировалась, вышла дома, сфоткалась. Ну, сейчас наверняка вы смотрите видео, где я в этой рубашечке. Мне она понравилась. Чем понравилась? Это мой стиль. Я очень люблю вверху, чтобы были балахоны, чтобы что-то из-под чего-то выглядывало. А низ я люблю в обтяжку лосины. Ну вот, нравится мне такой стиль, поэтому я его и выбираю часто. Но тут мне понравился именно вот этот мультяшный принт, и хотелось посмотреть, как будет. Вообще, вот эти рубашки, тут, кстати, полиэстер, да, и их было 4 вида. Были даже серый низ, не только рыжий, и можно смотреть. А вообще на сайте не только девочки, я уже позднее увидела две кошки красивые. То есть вот эти вот принты, они абсолютно разные. Насчет принта, видите, это как наклейка идет. И я надеюсь, что она будет стираться хорошо. И, как я понимаю, так как ткань двух цветов, не выше 30 градусов. Холодная вообще даже. В идеале, наверное, стирка будет хороша. Ну, давайте теперь мы с вами посмотрим рубашку, которую я хотела себе. Но если я буду еще делать заказы на New Chic, я, наверное, такую рубашку возьму большего размера, только в другой расцветке, чтобы цвета у нас с сестрой не пересекались. Там было их два вида, и вот вторая мне тоже очень понравилась, и, наверное, я ее себе возьму. Вот как на сестре вы увидите фотографию. Ну, сейчас вы, наверное, видите эту саму рубашку. Вот как вы увидите фотографию, вот так я ее и брала. Вот под брюки черные с Василька, с интернет-магазина. И вот именно так, чтобы оно смотрелось. Размер, я вам сказала, 44-й, хотя элька. И там в составе шифон, хлопок и полиэстер. Вот. Ну, надеюсь, я все показала. Я не знаю, в какие моменты я буду вставлять видео. Ну, теперь давайте по сумкам. Две сумки будут в размере 1500, и две будут до 10 долларов, то есть достаточно дешевые. Давайте я вам первую покажу, которая мне понравилась. Они будут все разные. Во-первых, приезжают сумки вот, в пакет и еще такой вот чехол. Таких сумок было 4 цвета. Смотрите, какая она красивая. Она такая под замшу. Все расцветки разные. Какой с этой стороны цвет? Там были и черные вверха. Тут рыжий, может быть, синий. То есть вот сама шахматка, она была разного цвета. Можно под себя подобрать. И задняя сторона соответствует вот самой закрывашке. Двойная кнопка. Внутри кожзам, причем мягкий. Вот такая цепочка с удобным ремешком по плечу. То есть цепь не будет тянуть плечо, будет ремень на плече. И цепь под состаренное серебро. То есть, видите, да, она не блестящая, а такая вот темная. Соответствует самой сумке. И внутри давайте посмотрим, какая сумочка. Мне она внутри очень понравилась. Обожаю, когда больше одного отделения. Вот. Тут есть перекладина. И все. То есть два глубоких под кожу. Внутри не подкладка, там под кожу отделение. И вот такая ножка. Донышко. Это удобно, когда... И, кстати, отделения между собой скреплены. То есть вот эта перекладина, она внизу не болтается. Из одного отделения в другое вещи перепрыгивать не будут. Поэтому что-то ценное с документами можно в одну сторону, а что-то такое, чтобы
можно было вынимать и не выронить вместе с этим что-то ценное в другую. Вот такая сумочка. Сейчас я повешу ремешок. Так, кнопки, кстати, как они закрываются? Одна, вторая защелкивается достаточно прочно. И здесь сбоку вот такие вот защитные вставки, чтобы сильно, наверное, не натирались. Вот так. Ну и сейчас я повешу ремешок, и мы с вами посмотрим. Так, первый. И второй. Ремень не регулируется. Вот как есть, так и есть. Во влогах, когда буду носить, буду вам показывать его. То есть вот так сумочка. Вот такая. Очень понравилось. Под любую блузку, под любую футболку. Летний вариант вообще идеальный. Особенно вот, как я вам показала сейчас кофту, разноцветную, двухцветную, то это вот все подходит. Следующая сумка. Это любовь с первого взгляда. Во-первых, их было 7 видов. Тоже, смотрите, пакет. С New Chic. Потом идет такая белая одежка и сама сумка. Это еще не все украшения, еще будет декоративное украшение. Я вам его сейчас тоже покажу. Тут ручка немножко примялась, ну вот, вот так ручка. Сзади есть отдел. Вот эти декоративные, это не карманы, открывается поворотом. Есть молния дополнительная, это, собственно, еще одно украшение. Я вам сейчас его покажу поближе. Входит ремень и тоже два отделения. Сейчас мы из них все вынимаем. Эта сумка тоже в пределах 1500. Но здесь уже, смотрите, вот эта перекладина идет с молнией. Тут глубокий кармашек такой. Можно даже как кошелек использовать. С этой стороны карман. Так, вот так, наверное. Вот этот. И вот здесь тоже на молнии. Видите, карман. Дно на ножках. И вот в эти 7 расцветок входила не только клетка, там и какие-то значки, буковки. Очень красивые принты. Я ссылки оставлю на каждую сумку, и вы можете посмотреть. Вот эта модель меня просто покорила, впечатлила. Она смотрится дорого. Сейчас я достану ремешок. Тут ремень уже регулируется. Вы можете его тут вот он напополам сделать любой длины. Потому что иногда любят люди носить не только на плече, но и через плечо и голову. Знаете, как сумка почтальона. Такой корейский манер. Корейские девушки любят так носить. Так, сейчас я удлиню ее. Так, вот самая длинная ручка. И, собственно, сейчас я вам покажу еще брелочек. И вот такое мимишество. Брелок, конечно, по интересам. Кто-то хочет носить, кто-то может его как под ключи использовать. Это уже, конечно же, на любителя. Вообще, он идет на сумке как украшение вот сюда. Ну, а вы уже сами решаете, нужно вам или нет. Я не буду носить на сумке. Я сумку буду носить вот так. То есть это просто можно под ключи, либо вам ребенку поиграться, в коллекцию дать. Вот. Сама сумка смотрится вот так. В восторге. Она мне очень понравилась. Для меня это просто самая лучшая вещь. Рада, очень рада вот этой сумке. И также еще две сумочки я вам покажу, которые стоили до 600 рублей. Первая сумка плетеная, она стоила, нет, до 10 долларов. Она стоила 10 долларов как раз. У нее такой плетеный принт. Вот
Так она выглядит. Здесь кожа. Их было три вида. Белая, черная и розовая. И здесь уже замочек. Вот эту штуку поворачиваете и вынимается. Вот видите, она вот сюда встает и зажимается вот этим поворотиком. Внутри вынимаем. Вот такое отделение. Такая под золото цепочка. Широкое дно. Вот так. Одно отделение, в общем. Тут нет ни карманов, ничего. Вот сама плетеночка. Широкое дно. И вот так выглядит сумочка. Модель, конечно, уже на фоне других проще. Но вот у меня сестра, когда увидела сумки, она сразу на эту среагировала. Говорила, о, это моя. Вот понравилось. Есть их больше, она своей простотой. Так, я тут случайно узелок сделала. Ну ладно, я потом поправлю. В общем, она выглядит вот так. Одевается цепочка. И вот такая милая плетеная сумочка. 657 рублей она стоила вот на российские деньги. Когда будут скидочные дни, я не знаю, какая будет цена. Вот когда я брала, в этот момент была такая цена. Это третья сумка. И последняя сумочка. Клатч. Их было всего три вида. Зеленый, нет, золотой, белый, черный. И она меньше 400 рублей стоила. Она шла в пакете. Сейчас я ее достану. Также она была вот в такой вот бумаге обернута. Под атлас. И красивые тут стразы. Вот. У меня золотой цвет. Также еще были белые и черные. Сзади вот так. Открывается. И цепочка. Вот такая цепочка под серебро. Есть здесь карман. Вот такое отделение в виде конвертика. За 400 рублей. Так, сейчас я закрою. За 400 рублей, мне кажется, вообще супер. Просто супер. Вот такой вот клатч. Можно в руке просто нести, убрать цепочку вовнутрь, потому что тут спрятаны сами крепления. Либо можно носить на цепочке. Вот такие вот красивые сумки. Каждый найдет на свой вкус. Получается, смотрите, такая сумка. Сейчас я вам все их покажу. Такая. Такая. И вот такая. Вот такие интересные 4 сумки. Также серьги и 2 кофты и рубашки. Обязательно пройдите по ссылке, посмотрите, какие будут скидки с 8 по 21 октября, напоминаю. На каждую вещь я оставлю ссылки еще под роликом, проходите, знакомьтесь. Ну и я думаю, каждый найдет себе что-то интересное, на свой вкус, конечно же. Ну а я буду прощаться, спасибо огромное за внимание, спасибо, что остаетесь со мной, ждете моих роликов, обязательно будет что-то интересное следующее. Всем пока!